Это канал КВ-Ровер, меня зовут Влад. И сегодня с нами нечасто появляется Света. Привет. И мы на платформе Радонеж. И сегодня поход с ночевкой. Не забываем ставить лайки. И вперед! Купили водички, вот немножко я несу, немножко Света несет, и движемся в сторону тропы в Лавру. В плейлисте «В область пешком 2022» там можно найти как раз вот то место, где я уже здесь был. Вот дошли до улицы, не помню как название, тут вот ориентир статуи Ильича, еще немножко дальше еще пройдем, и уже ближе к дороге в Лавру. Разместились, перекусили. Палаточку поставили. Тут у нас вот перекусонная. Тут у нас перекусонная такая скромная. Сейчас уберем. Ну да, это само собой, да. От мышей пока свернулись, потому что какая-то там движ в кустах есть. Пора укладываться уже. Сейчас будем делать бутербродик из всяких систем утепляющих. Ну вот, вроде разместились. И вроде дождь начинается, мне кажется. Это вот такой винегрет из двух обычных спальников летних и один зимний от Track Planet. Вот, а дождик вот, не знаю, видно уже вот капельки. Но сейчас не разойдется, я еще хотел борщ приготовить. Темно. Классно. Страшно. Дождик так и не начался. Что-то покрапывает. Что ты говоришь, будет к ночи в прогнозе? Решили борщика. Свет, подсветишь? Подсветишь борщик. Покажи вам борщик. Это не борщик, да-да-да-да. Это я хотел борщика, а у меня борщик сублимат, я решил оставить. Это просто куриный суп. Там борщ был. Где борщ? Дома. А, ну дома остался, да. А Света подсвечивает своим налобным фонарем на батарейках. А мой аккумуляторный уже на подзарядке там. Ну а вот налобный он сейчас на зарядке. Все, баньки, обувь в тамбуре оставляем. Закрываем. Порчик только оставим. Утро. Сейчас уже будем скоро завтракать. Небо, ну, не ясное, но синевой. И лес совсем не страшный. Понемногу сейчас все-таки уже будем собираться. Ветрено. Я уже понемногу начинаю демонтировать тент верхний. Изнутри он весь мокрый. Верхний тент сняли уже. Привет. Привет. Света. Потом сушится. Ну и наружный тоже сушится. Точнее, что я сказал-то? Внутренний. Совсем плохой. Внутренняя палатка сушится. Ветер. Ну правда, здесь слабый. Здесь как-то загорожено мы со всех сторон. Слышу, кто-то крякает. Да. Ну там овраг, может быть, вода быть. Может быть, там ручеек какой-то. Может быть.
Так, ну ладно, запись у нас идет. Все летят на юг. Тихо-тихо-тихо. Это собаки. Будешь все смотреть на собак? Вообще-то на кряку. Ну хорошо, ладно. Далеко, как ты считаешь? Ну где-то там. Угу. Ну ладно, короче. Ну собаки так охрипли, что ли, или заболели? Ну стая, хоть собак. Какая-то осада нас домоталась. Она с самого утра что-то пыталась то в палатку влезть. Теперь нас отсюда прогнала. Мы решили позавтракать вот там. Отошли на сколько-то метров. И там и сейчас поедим. Так, ну чё, когда решаем, что готово? Здесь еще минутки две потекут. Угу. Еды. Ладно, это что такое? Стой! Улитка, я тебе положу, пока ты сидела, прикинь. Монстр. Сейчас. Ой. Вот, с листом. Как бы не пришлось странную палатку ставить. Потому что если сейчас рванет сильно, да? Все, кружками нужно убирать. Тент высох, походу. Собираемся. Рюкзаки практически уже упакованы. Осталось тут всякую мелочевку убрать. Рейнкаверы на оба рюкзака. Ну и палатку собрать непосредственно. Палатки нет, все собрали. Собрали. Мусор он сейчас оттащим до ближайшего бака. В общем, движемся понемногу. Вот туда. Такая маленькая деталь. Вот эта выемка в грунте, здесь стояла палатка, и как раз это было подо мной. А думаю, что-то у меня там как-то... Что-то у меня там такое. Вот такая вот штука. Вот мы ее отбросили сейчас в сторону, да. Вот я на этом спал. Ну вот платформа Радонеж. Талончики взяли, ждем поезда.